Maria, dieses Herrn, verschiedene Leute, Mikrofon. Здесь присланному государственному советнику Чеченской Республики 2 класса Мемрану Басумовичу Израилову. Он там что-то такое задумал, придумал. Я его со вчерашнего дня пытаю, что там у себя, а ты завтра узнаешь. Но пора уже всем знать. Сначала прослушал, ну, свою коробку, конечно, прослушал. Ну, давай коробку, уже люди измучились, что там в коробке. Все в коробке. Уважаемые родители, безусловно, бесконечно счастливы и рады и горды, что вы присутствуете на этом турнире. Он является турниром и Ростовской области, и всей России, и Чеченской Республики. Мы рады и ростовчан этот подарок будет. Могу сказать, что займет место мое музее, настоящее место. Спасибо огромное. Подарок от Чеченской Республики. Просили вам передать министра транспорта и связи Чеченской Республики такие голоса. Его коллектив, который значит, и спонсирует, и помогает в развитии вот таких направлений, связанных с детьми. Огромное вам спасибо и скромный подарок от Чеченской Республики. Спасибо. Все, наверное, сидящие в зале обратили внимание, да, на стол? А что на столе стоит, кроме микрофона? Кто? Наблюдатель. А? Молодец, красавица. Вооруженный. Это означает что? Что дружба между Россией и Грузией была, есть и будет во веки веков. Спасибо большое. Я хочу сказать, что за те времена, что испортились отношения между этими странами, народ вкусный причем побывает. И я много раз побывала на многих местах в России. Как было отношение до этого, так и продолжается до сих. И я вас хочу заверить, что те ваши представители, которые приезжают в Грузию, абсолютно могут подтвердить эти слова тоже от себя. Так что я думаю, что ненормально, что есть, но надеюсь, что в скором будущем это улучшится. Во всяком случае, я об этом говорю с большим, так сказать, я в этом уверен, абсолютно уверен. Партийные связи, культурные связи до сих пор продолжаются быть.